Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Смылов, или Живее. Сегодня у нас видеоролик, который мы вам обещали. Сегодня мы вместе с Бола будем чинить вот эту вот Ниву. Всем привет! Это мой канал. Нет, в смысле твой. Это мой канал. Всем привет, это мой канал. Нет, это мой канал, не теперь твой. Это мой канал. Подожди, почему? Потому что сейчас я работаю здесь. Сейчас он починит Ниву. И это его канал? Да. Ага, сейчас. Окей, если починишь эту машину, она твоя. If you repair this car, it is yours, окей? Оу, супер! Вон та машина уже твоя? Да, мой сейчас. Вот, сейчас. Вот в этом видеоролике. Посмотрите, ребята, эта машина теперь Бола, как она ему досталась. Вот. А теперь он заберет себе Ниву, если починит ее, потому что я вообще ее не особо не настроен. Ну, если она не будет против. Это уже не волнует меня. Где 24 часа прошли, кстати говоря. Если вы не знаете, как это вот так вот получилось, почему вот эта вся картина с газом, привязанным к Ниве, и теперь Бола еще здесь танцует рядом с красной Нивой, как это все получилось, то вот, пожалуйста, по подсказке вот в этот видеоролик посмотрите. А мы приступаем к ремонту. Давай. Что так. Тут надо починить? Бола, что тут надо починить? What do we need to repair here? We need to repair the engine. The engine? Yes, the engine, the filter, and of course the раздатка. Раздатка, да, по-русски? Да, раздатка. Раздатка. Ага. Да. Давай. Ну, давай. И колеса вон накачали. А, да, смотри. Босс, колеса. The tire is bad. We need to change this tire, because it is damaged, okay? Окей. Да. Давай, давай займемся. Ну, я обещал подписчикам. Все всегда негодуют, когда с этой Нивой что-то происходит. Ну, а так мы, по крайней мере, имеем удобный доступ, да? Давай чинить. Давай. Что? Сколько лет вот это? Не знаю, 5-10. Много? Бади он стал мне. Почему много? Что ты делаешь вот? Я отдыхал. Одеяло. Теперь, да, одеяло, подушка, там все есть. Здесь удобно, вот так вот можно входить. Нет, ты ляг туда, там знаешь, как кайфово. Ой, ё-моё. Ну-ка, это надо показать подписчикам по-любому. Давай, залетай туда. С такого ракурса никто еще машину не видел. Так, во, проходочка. И поворачивай тебе, как оно на самом деле. Это твоя комната? А? Твоя комната? Да, это теперь комната. Это целая квартира. Да. Ну вы давайте это, занимайтесь и ремонтируйте, а я дальше спать отдыхать. Ну давай, давай. Окей. He is going to be there. Он будет там. О, серьезно? Ага. Что ты делаешь? Чего? Делаешь неправильно. А что? Надо опять перевернуть. Перевернуть? Да. Как я переверну? Ты прикалываешься? Сейчас. Давай перевернуть. Давай перевернем. Да. Ну давай что. А, тут это газ привязан. Не получится. Но у меня есть идея. Я могу попробовать. Что ты делаешь? Стажер ты как? Где? Что ты делаешь? Стоп, стоп, стоп! Козима! Неправильно! Стоп! Стоп, стоп, стоп! Сейчас, 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 сейчас! Стоп, стоп! Подожди! Ну чё? Ну что? Кто профессионал? Crazy man! Кто мастер, а? Я ж сказал, я ее на изях переверну. Oh my god! Ты чё, братан? Меня размазало тут. Давай вылазь. Не предупреди. Мы думали, ты вышел? Да, мы забыли про тебя вообще. Я сказал, что я спать пошел. Давай вылазь, братан. Тут переверт случился. Я теперь могу представить, как люди
попадают. Перевертыши? Перевертыши. Да нет, брат, это еще такой изёвый левел. Как я это теперь починю-то все? Как ты это не объяснишь? Не хлопай. Капец. Это плохо. Не делайте так и ни в коем случае не повторяйте увиденное, это может быть опасно. Да, Бола? Да. Да? Супер. Супер? Да. You say I'm crazy, but I did it. Почему как метод это плохо? Плохой метод? Я согласен. Я тоже. Да нормально. Напишите в комментариях, как бы вы сделали, умники. Бола? Да. Тебе нравится машина? Of course, yes. Так вот, учись аккумулятор ставить. Battery in на место. Battery? Battery. Ты вообще дурак. Он сумасшедший. Давай. Кто его учил с машинами так обращаться? It's crazy. Yeah, it's crazy. Так, а что проводов-то не хватает? Теперь хватает. Надеюсь, не оторвал ничего. Так. Ну что, Нива-то хоть слова обронит? Yeah. Нива, ну, скажи что-нибудь. Где я? Дайте мне его, я раздавлю его 10 раз, есть, а потом вода? Еще 10. Где он? Мы все сами все слышали. Она разговаривает? Как так? Да не слушай ее, это... Это все бред какой-то. Так не договаривались. Лучше тебе убежать отсюда. Ну вот так вот, извините. А... ну извини, ты просто оборзела. Мы с тобой договорились. Я не просила меня переворачивать и врезаться. Сейчас я починю. Ну ты же сама ска... что вы наделали? Посмотрите на это. Но это выглядит плохо. Сейчас мы с Бола все починим. Да заткнись ты, пожалуйста, а! Машина говорит. Машина говорит, это неправильно. Да! Это неправильно. Это неправильно. Куда ты лезешь? Все. Да выдергивай его нафиг. Вот так вот, да. Это неправильно. Все. Нет, вот, это неправильно. Хоть один человек меня понимает. Давай руку пожму. Вот. Бола нормальный мужик. Cars have to ride. Машины должны ездить. No talking. Of course, yes. No talking. Почему? Как? Как? Вот все. Понятно? I don't know. Вот послушайте я умных не знаю, людей. Как? Давай починим колеса. Давай. Стажер, давай неси сюда компрессор. Ты от джиги его запитал? Да. Все. Ниву пока не включай, хорошо. А то это... Она что-то злится, я слышал там, да, что-то плохое говорит. Давай, врубай. Сейчас. Чиним колеса. Ну, наверное, я не уверен, но должно работать. Да, это займет какое-то время. Все, это колесо накачали. Не, не надо, не надо. Мне не нравится говорящая машина. Дай мне другую машину. Какую? Там. Давай. Ты хочешь желтую буханку? Да. В смысле? Мне нравится шорты, да? Да. Дай мне это. Нет. Почему? Мне это моя нравится. Любимая машина. Нет, это... мне нравится yellow машина. У меня у тебя есть же... один... Так у тебя же есть уже одна. Нет, дай мне дай... оба. Зачем? Ты же обещал ему Ниву. Так что, нравится, не нравится? Есть много машин, дай мне это. Нет. Эту машину нельзя было тебе? Нет. Нет, мы можем тебя покатать, но... Нет. Окей, Бола.
We will show you, мы тебе покажем, how this car is used. Как okay. используется эта машина. And, бездорожье. Yeah, Russian off-road. It is... Как это... начинается эта машина? Машина? Да. Буханка. Буханка, но да. это монстр-буханка. Серьезно? Монстр-буханка, monster. Because of the big wheels. Потому что большие колеса, это монстр-буханка. Really? Да. Мы do you want to visit Russian off-road? Хочешь сходить на бездорожье? Да. 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 Окей. So we need to repair this car and mm-hmm. go to the off-road. Вместе, да? Да, да, да. Только надо починить ее давай. Сначала. Mm-hmm. Ну давай закончим с Нилой, а то я тоже обещал ее починить. О, oh, really? Ага. Окей. Okay. Ой. Вау, 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 что такое? Что-то плохо. Ну тут не знаю, что-то дымится. Что-то плохо, да. Бола прав. Ой, блин. Ну, может быть, я и не починю ее. Че, ну Бола ей не нужна. Бола не хочет эту машину, я ее тоже не хочу. Че мне с ней делать? Не отдай. Все, забирай. Значит, ты и чини ее. Легко. Как? Нива же меня любила. Да мне пофиг на твои, знаешь... Ну вот и все. Механофилические отношения и взаимоотношения ваши с этой Нивой. Я не знаю, что у вас там было, но это... Ну это жопа какая-то, честно говоря. Почему? А откуда пар-то пошел? Что-то загорелось опять, что ли? Куда откуда? Ну, оттуда идет натуре. Что-то там загорелось. Ну ладно, это не важно всем. Че, действительно как-то... Ты лучше... Давай я починю Ниву, а ты починишь буханку. Не-не-не. А че нет? Там раздатка сломана у тебя. Ну там не сломана раздатка, там... И все нормально будет. Карбюратор надо настроить. Ну да, с карбюратором задница полная. Ну как сделаешь, да, поговорим. Ладно. Смотрите, скоро это будет как это. И что тогда? Хорошо, когда? Тогда хорошо будет? На металл тогда сдадим ее? Ну да, 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 я давно об этом говорю. Потихонечку подготавливаем ее к металлоприемке уже. Ну вот это, конечно, жесть. Стажерам не отдадим ее просто так, места. Мы восстановим ее. Да, думаете? А у меня, по-моему, есть сильный аргумент против вас. Не замечаете, да? Так у нас есть аргумент посильнее. Буханку на металлолом. Попробуй сначала. Попробуй. Сегодня ночь длинная. Сейчас? Сейчас. Давай. Давай. Ну, вы уезжайте. Нет, да давай, 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 давай. Давай. А вот все, нету их. Что ты делаешь? Чиню. Нет, давай, пришли. Солнце закат. Закат уже? Да, давай поспать. Ты фига у тебя подход. Ну, нам нормально, окей, пошли. Ну, красавчик вообще. Давай спать. Что это такое началось? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Давай, бей его. Вот, короче, такие у нас новые гаражные будни, ребята. Ну не, ну что, мы ее перевернули, колеса покачали, она заводится, что-то не так с двигателем, но это все в будущем. Бола, хоть он говорит, что он инженер, но в этом я немножко начинаю сомневаться. А как вы думаете, Бола действительно инженер? Ну, как я-то, по-любому он инженер. В любом случае, надеюсь, что это видеоролик вам понравился. Вы поставите лайк под этим видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые уходят каждый день специально для вас. А с вами был я, Вячеслав Смылов, или Живее. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.